Дорогие друзья, наше праздничное счастливое утро продолжает «Русское лото». И сегодня в Первомайском 1177-м тираже «Русского лото» мы будем разыгрывать 20 призов по 200 тысяч рублей и множество других денежных призов. Кроме того, сегодня в честь праздника минимальный возможный выигрыш в последнем туре составит 200 рублей. Призовой фонд 1177-го тиража «Русского лото» составляет 84 миллиона 112 тысяч 450 рублей. Накопленный джекпот составляет 180 миллионов 500 тысяч рублей. Значит, если у вас в руках есть хотя бы один билет нашего сегодняшнего тиража «Русского лото», значит, у вас есть шанс стать миллионером! И мы с Викой желаем вам удачи. Ну, а для того, чтобы начать розыгрыш призов, необходимо засыпать бочонки в мешок. Вот он мешок, вот они бочонки. Мы желаем удачи всем вам, играющим в «Русское лото». С первого тура «Русского лото» мы начинаем розыгрыш 20 призов по 200 тысяч рублей. Ну, а мы должны выполнить пожелание. Пожелание всех участников нашей лотереи перемешать бочонки в мешке. Вот я это сделал. Традиция так исполнена. Вперед! Начинаем! Номер 22. 22. Вот они у тебя сразу поплыли. Номер 68. 68. Следите за точкой. Она внизу. Номер 9. 9. И здесь точка внизу. Номер 32. 32. А это номер 41. 41. Стоп-игра. Стоп-игра! В первом туре и уже на пятом ходу выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Ваш выигрыш составил 200 тысяч рублей. Мы вас от души поздравляем. Поздравляем! Во втором туре мы продолжим разыгрывать призы по 200 тысяч рублей. Итак, мы играем во втором туре. Номер 73. 73. Номер 81. 81. Бабушка с клюшкой. Номер 65. 65. Номер 90. 90. Дедушка. Сколько лет дедушке? Сколько, сколько? 88. 88. Ну, что, почтенный возраст для дедушки. Номер 86. 86. Точка внизу. Номер 50. 50. Полтинник. Номер 69. 69. Туда-сюда. Номер 37. 37. Внимание. Внимание. Следующий ход 15-й. А это значит, что наш накопленный джекпот 180 миллионов 500 тысяч рублей может быть разыгран прямо сейчас. Торжественный момент. Номер 29. 29. Накопленный джекпот «Русского лото» сегодня не разыгран. Не разыгран. А это значит, у вас есть одна неделя на раздумье. Наш джекпот еще увеличится. И в следующем 1178-м тираже, который посвящен Дню Победы, если он не будет разыгран на 15-м ходу, то часть его, а именно 35 миллионов рублей, будет разыграна принудительно в этом же самом 1178-м тираже. И мы вам очень советуем, испытайте свою удачу. Обязательно приобретайте билеты праздничного 1178-го тиража «Русского лото». А прежде чем продолжить игру дальше во втором туре, я перемешаю еще раз. И мы с Викторией продолжаем. Поехали. Продолжаем. Номер 38. 38. Номер 21. 21. «Блэк Джек». А это номер 2. 2. Служили два товарища. Номер 80. 80. Олимпиада в Москве. Номер 3. 3. Эх, птица тройка, кто тебя выдумал? Номер 85. 85. Номер 87. 87.
Играет карточка номер 67. 67. Верхняя или нижняя карточка вашего билета? Номер 70. 70. Юбилей. А это бочонок номер 52. 52. Номер 47. 47. 15 номеров в карточке. Нужно зачеркнуть все. Номер 59. 59. В одной карточке, верхней или нижней. Номер 61. 61. Гагарин. Номер 20. 20. Лебединое озеро. А это бочонок номер 24. 24. День и ночь, сутки прочь, 24 часа. Номер 79. 79. Золото в таблице. Номер 45. 45. 9 мая 45 года приближается День Победы. Номер 33. 33. Кудри. Номер 16. 16. Кругом 16. Так. Номер 58. 58. А это бочонок номер 60. 60. Пенсионер. Номер 7. 7. Кочерга. Номер 39. 39. Так. Стоп-игра. Стоп-игра. Во втором туре удача улыбнулась игроку из Санкт-Петербурга. Мы вас поздравляем. Вы выиграли 200 тысяч рублей. Поздравляем. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 200 тысяч рублей. Призов у нас еще много, и, безусловно, это может принести кому-то удачу. Номер 36. 36. Теперь мы играем в третьем туре, есть билет. Номер 19. 19. Все 30 номеров билета, нужно успеть зачеркнуть. Номер 18. 18. В жизни раз бывает. Номер 42. 42. Номер 74. 74. Вперед и дальше. Номер 26. 26. Номер 51. 51. Великолепная пятерка и вратарь. Скоро чемпионат мира по хоккею. Номер 84. 84. Федерико Феллини. Номер 13. 13. Чертова дюжина. Номер 64. 64. Шахматы. Номер 46. 46. Вот наоборот, 64, потому что 46. Обращайте внимание. Номер 89. 89. Точка внизу, а это дедушкин сосед. Номер 63. 63. Валентина Терешкова. Номер 25. 25. Опять. Номер 82. 82. Бабушка надвое сказала. Номер 27. 27. Номер 11. 11. Барабанные палочки. А это номер 53. 53. Номер 28. 28. Еще рано говорить, ну, сенок 8, ну, какой еще сенок? Трава не выросла. Номер 71. 71. 71. Номер 66. 66. Валенки. Не подшит, старенький. Номер 6. Просто один валенок. И точка внизу. А это номер... Номер 30. 30. 30 номеров в билете. Зачеркните все и непременно выиграйте в этом тираже. Все 30 номеров своего билета. Номер 55. 55. Перчатки. Стоп-игра, перчатки. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Тюменской области. Ваш выигрыш составляет 200 тысяч рублей. От души вас поздравляем. Поздравляем! Ну что же, мы продолжаем разыгрывать призы по 200 тысяч рублей, и их осталось 17. Удачи вам! 17 мгновений весны осталось для тех, кто надеется на выигрыш в сегодняшнем тираже. Еще 17 призов по 200 тысяч рублей. Нужно успеть зачеркнуть все 30 номеров билета. Номер 78. 78. Выиграли два билета, приобретенные в Калужской и Свердловской областях. Выигрыш 200 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Поздравляем. Поздравляем вас. Ну вот, мгновение осталось 15. Номер 34. 34. Выиграл один билет, приобретенный в Чувашии. Ваш выигрыш 200 тысяч рублей. Поздравляем вас. Поздравляем. Поздравляем. И у нас впереди еще 14 поздравлений. Это как минимум. Номер 54. 54. Выиграл один билет, приобретенный в Дагестане. Ваш выигрыш 200 тысяч рублей. Поздравляем победителя. Поздравляем. Поздравляем.
Номер 35. 35. Выиграли 4 билета, приобретенные в Санкт-Петербурге, Москве, Псковской области и Бурятии. Выигрыш 200 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Поздравляем. Теперь призов осталось 9. Я не ошибаюсь, Еночка? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Номер 10. 10. Оставшихся 9 призов по 200 тысяч рублей поделили между собой сразу 10 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 180 тысяч рублей. От души поздравляем победителей. Поздравляем! Сегодня в «Русском лото» мы разыграли 20 призов по 200 тысяч рублей. Ну а сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Продолжаем игру и разыгрываем оставшийся денежный призовой фонд. Номер 8. 8. Теперь нужно внимательно следить за телевизионным экраном. Номер 72. 72. Внизу экрана будет появляться информация. Номер 12. 12. Сколько вы выиграли в этом туре? Номер 75. 75. И сколько выигравших? Но если в этом туре не выиграли, надеемся на следующий. Номер 49. 49. Финишируем. Номер 15. 15. Номер 23. 23. Два притопа и прихлопа. Номер 48. 48. Половину просим. А это номер 44. 44. Стульчики. Так. Номер 17. 17. Легенда номер 17 Валерий Харламов. Номер 62. 62. Номер 76. 76. Номер 5. 5. Пятерка. Номер 14. 14. У нас еще в запасе номер 1. Петр Первый. Номер 40. 40. Али-Баба и 40 разбойников. Номер 77. 77. Топорики. Так. Номер 57. 57. Так, номер, так, ну, мало как-то, а нет, есть еще номер 56. 56. Вот теперь. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Дорогие друзья, следовательно, игра закончена, и наступил торжественный момент, когда мы высыпаем бочонки из мешка. Виктория проверяет мешок. Проверяю. Мешок пуст. И я называю номера бочонков, которые остались в мешке после окончания игры. Их зачеркивать не надо. Номер 4. 4. Номер 31. 31. Номер 43. 43. И номер 83. 83. Эти номера также чрезвычайно важны. По ним еще раз нужно проверить игровую сетку вашего билета. И если в ней нету всех этих 4 номеров, это означает... благоприятное для вас событие сегодняшнего счастливого утра. Вы выиграли! Мы также напоминаем, что в сегодняшнем тираже в честь праздника минимальный возможный выигрыш в последнем туре составил 200 рублей. Это точно. 1177 тираж «Русского лото» завершен. Уважаемые участники «Русского лото», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 77 миллионов 612 тысяч 446 рублей. Выигравший сегодня огромное количество 330 тысяч 529 билетов. Накопленный джекпот следующего тиража 187 миллионов 4 рубля. Следующий 1178 тираж «Русского лото» посвящен главному празднику страны – Дню Победы. 7 мая в праздничном тираже мы разыграем 30 загородных домов. Ну а я, друзья, предлагаю вам поздравить своих родных и близких с праздником. Вот такой замечательной открыткой, в которой вы найдете сразу 2 билета праздничного 1178-го тиража «Русского лото». А ведь 2 билета – это двойной шанс на победу! И если через неделю в нашем праздничном тираже накопленный джекпот не будет разыгран на 15-м ходу, то тогда... часть его, весьма существенную, 35 миллионов рублей, мы разыграем принудительно. Вы
этом случае в мешке останется всего 2 бочонка, а это значит, что выигрышей будет огромное количество. Ну, а теперь, дорогие друзья, вас ждет 2-3-1. Знаешь, что это? Догадываюсь. 231-й тираж жилищной лотереи. Удачи!